Пришло время получить удостоверение многодетной семьи Пермского края, если ваша семья подпадает под эту категорию. Основное требование – на удостоверение может рассчитывать семья, в которой воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. Это позволит семьям получать услуги, меры поддержки при предъявлении только данного удостоверения. То есть, если ранее семье требовалось предоставлять все документы, подтверждающие факт рождения детей, свидетельство о рождении, паспорта, то сегодня это можно сделать, предъявив только одно удостоверение. Удостоверение можно получить в социальной защите по месту жительства. Достаточно написать заявление, приложить фотографии родителей и подтвердить факт наличия несовершеннолетних детей. Если говорить о мерах социальной поддержки, то сегодня многодетным гарантировано их более 40. Основные – право на первоочередной прием в детский сад, освобождение от уплаты транспортного налога, поддержка при предоставлении путевок в оздоровительные лагеря, услуга социального сопровождения – это новая форма работы с семьей при обращении в соцзащиту, ее специалисты выступают в роли проводника в разрешении тех или иных возникших в семье проблем. Это возможность такого, скажем, конструктивного диалога с семьей, определение ее, маршрутизация в решении этой проблемы и эффективность реализации вот, системы помощи и поддержки. Это индивидуальный подход к работе с каждой многодетной семьей. Познакомиться с полным перечнем льгот многодетные семьи могут на сайте Министерства социального развития Пермского края. Что же касается выдачи удостоверений, бланки документа, а это порядка 28 тысяч штук, завезены в каждый отдел социальной защиты региона. Препятствий для выдачи нет, говорят в Министерстве соцразвития.